эту песню на сцене еще не пела, и вот как-то я очень сильно волнуюсь. Это песня, которую нам показал здесь, вот в Обнинске, Павел Фахардинов, который приезжал со своим концертом. Песня, даже романс, я бы сказала, Евгении Смоляниновой, на стихи Николая Тарасова, по-моему. Это военный в основном поэт, и вот он написал одно единственное лирическое стихотворение, на которое она написала музыку. И я сейчас попробую это изобразить. Спасибо.